Всем привет, меня зовут Кирилл Юдинцев, я креативный директор компании Gazin Entertainment и Warfunder. И сейчас я вам расскажу о нашем новом проекте Warfunder Life. На Life можно выкладывать картинки, видео, гайды, кабины, камуфляжи, миссии и прочий контент. Список разделов постоянно расширяется и дополняется. С картинками, цитатами, видео или гайдами все более-менее понятно и просто. Я расскажу чуть подробнее, а более интересной и сложной части – это об обмене пользовательским контентом. Игроки могут создавать с помощью Warfunder CDK новый контент, такой как камуфляжи для самолетов, или миссии, или кабины для самолетов, или новые самолеты, локации. Выкладывать их для обмена с другими игроками, а также для того, чтобы было обсудить, поставить комментарии и просто скачать и посмотреть чужие работы. Warfunder Live, как и все остальные порталы игры Warfunder, имеет единую учетную запись, то есть вы заходите под одной учетной записью и в игру, и в Live, и в Wiki, и на сайт. На данный момент самый популярный раздел пользовательского контента – это раздел шкурок, где игроки создают разные камуфляжи для самолетов, уже существующих в игре. Делают исторические камуфляжи или камуфляжи известных асов, летавших и ездивших во Второй мировой. Связано, конечно, с тем, что камуфляжи создавать заметно проще, чем целую локацию или миссию. Создание камуфляжа самолетов требует лишь базовых знаний любого графического редактора. Для создания миссий или локаций Warfunder требуется уже знание инструментов Warfunder. Для работы над моделями самолетов или кабин нужно уже глубокое понимание и умение использования пакета 3D-моделирования. Тем не менее, такой навык позволит вам реализовать себя очень широко в игре. Например, сейчас с Live можно скачать дружелюбных друзей. Так мы назвали веселых летающих лошадей, которые появились в Warfunder на 1 апреля 2013 года. Warfunder мы запустили программу, которая называется Revenue Share или участие в доходах. Это означает, что с помощью Warfunder вы можете заработать настоящие деньги. Если вы сделаете контент, который будет включен в игру, то определенная часть со всех доходов, вырученных за этот контент компании, пойдет лично вам. Например, если вы сделаете самолет, и он будет включен в игру, то определенная доля пойдет с каждой покупки, пойдет вам, и вы сможете зарабатывать настоящие деньги. Как создавать контент для Warfunder, как принять участие в программе «Участие в доходах», как добиться того, чтобы вашу работу приняли в игру, вы можете прочитать на сайте Live. Творите, выкладывайте ваши работы на Live, обсуждайте с игроками, комментируйте, качайте, смотрите, получайте удовольствие. Увидимся на Live!